Итак, давайте мы продолжим все-таки третью часть нашу. Хотя это, наверное, не третья часть, ну ладно. Для меня на этом сервере это третья часть, давайте что-нибудь еще купим. Что-нибудь. Просто мне смешно уже стало. Играть здесь вообще, тут такие нубы просто играют вообще. А, с ними играть просто уже не интересно, ребят, правда. Ладно, у нас здесь пришел первобытный саблезуб. Да? Такое вот прекрасное оружие. Вообще он тоже очень красивое, и, конечно, у него урон, конечно, дается вообще супер. То есть вы можете его смотреть. Круто. Кстати, не забывайте покупать кейсы на сайте Нубаса. Покупайте кейсы, выигрывайте вот такие вот красивые скины. То есть стандартных там скинов нету таких. Вот некрасивых, только красивые выпадают. Всего от 100 рублей вы можете получить вот такой вот красивый скин. Очень прикольно выглядит. Ладно, давайте продолжать нашу игру. Так, где у нас тут? Вот она. Взрывчатка. Ну ладно, мы вообще постреляем из него или нет? Да, конечно, выглядит он круто, наверное, я с ним так и дальше и буду играть. Так, вот он, наш враг. Хедшот. Так, еще там кто-то должен быть точно. Я вам отвечаю, кто-то еще должен быть отсюда. Нет никого? Ладно. Так, оооо, они победили. Так, так, ладно. Суббот. О, хедшот. И им отомстил за бомбу. Так, ладно. Так, что же мы делаем сейчас? Давайте. Просто так, давайте. Заспавним здесь. Дофига пушек. Наверное, кому-то будет интересно здесь все это подбирать. Наверное, вы видели фотографии. Где вообще дофига пушек. Что такое? Хотите, скачивайте, хотите, нет. Все равно. Но чип реально рабочий. И его не банят. Сервер, как я уже говорил в прошлых частях. Если вы смотрели, то есть он рабочий. Так, здесь еще можно спавнить М4, как я уже говорил несколько раз точно. Так, вот такие вот М4, можно эски М4. О, не, это был, а ладно. О, мы можем спавнить у бота, ладно. Можем спавнить у бота это все. Так, ладно, все. Ого, АВПшки, АВПшки, ребят, это АВП. Все. Так, ладно, так. Здесь также есть вот эта вот способность видеть сквозь стены. Это очень крутое вот дело. Так, ладно. И что же мы еще здесь наспавним. АВПшки вот они летают здесь. И двигаем. Такие вот оружия. Вот такие вот оружия есть. Это даже прикольно. Кому надо, я наберу. Так, ой, ой. Нет, нифига. Так, вот так вот это красиво очень выглядит. Давайте возьмем АВПшку. Потому что она самая красивая и самая такая. Так, вот здесь. И мы затащили реально раунд. Если бы не мы, то билд выиграл бы. Ну ладно. Так. Ну что ж. Я, наверное, вам все показал уже. Я вам самим, наверное, будет интересно все это делать. Простой. Там дигл возьмем. Хотя нет, смотрите, не дигл, давайте возьмем какой-нибудь. Азимовым постреляем хотя бы когда-нибудь. Как вообще Азимов выглядит? Вы когда-нибудь видели Азимов? Вот так вот Азимов выглядит. Зачем я вам АВП показываю, не знаю. Ну, ладно, вот Азимов. Вот он. Смотрите. Такой прикольный. Да. Так, вот он наш. Элитное снаряжение наше. Тоже очень прикольный. Выглядит очень круто. Очень качественно сделано. И другие. Я покажу, как он выглядит. Вот это другие. Вот так он выглядит. Вот. Вот так он выглядит. Кто еще не видел. Прикольно вообще. Мне нравится. Один. Стреляем здесь. Хэдшоты. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нас убил бот. Интересно, сколько там ботов было? Почему меня постоянно боты убивают? Наверное, потому что они эксперты. Где же нормальные люди? Ого! Тут у нас у этого бота, оказывается, у него элитное снаряжение АВП. Прикольно. Прикольно уже боты играют здесь. Так, ладно, что у нас здесь? О!
Давай, давай, давай. Давай назад. Нет, не вижу. Не вижу бот. Хрен знает, кто ты. Так, броня заканчивается. Давай, давай. Я тебя не дам больше выстрелить. Уже все выстрелил. Все выстрелил. О, еще один. Давай. Не подойдешь больше? Ну ладно, у нас все равно уже три. Давай. Ну, yes! Мы его убили, вы видели это? Давай. Давай. Выходи. Выйди. Так, хэдшот. Блин, это уже не... Не Азимов. Видно. Ну ладно, самое прикольное. Так, где у нас Азимов наш? О, блин! Да ладно, не делай. Так, долгий был. Ну что ж, мы все равно проиграли уже, чё, уже играть, блин. А, ну ладно. Так, ну вообще с ботами нормально играется, как бы, можно сказать. Так, давайте что мы купим. И что у нас здесь осталось вообще? Давайте попробуем вот этот ГСВГ. Так, ГСГ. И давайте вот это вот какой-нибудь возьмем. Давайте вот этот. Потому что, не знаю, мне интересно с ним. Вот наш пистолет тут. Оранжевые осколки, да ладно. Выглядит, конечно, очень красиво. Давайте посмотрим его. Офигенно просто. Вот у нас. Так, наш. Выглядит пистолет. Так, вот он. Кто-то не видел еще. Так, ну ладно. Не буду сейчас вам обо всем этом рассказывать. Просто давайте побегаем здесь. По карте. А на этом сервере еще не только играют на... На всех вот этих штуках. Играют на этих... Как его? Ножах. Наверное, вы помните видео про золотой нож. Там, если набиваешь какой-то счет, круче всех, тебе дают золотой нож. Так, вот. Так, убил? Не убил? Что-то ботов дофига здесь стало. В третьей этой части. Ладно, кто у нас там дальше? Вообще, самое прикольное оружие это вот это. На первом месте идет вот АК-47 и вот это М4-1. Дальше идет АВП и вот эту штуку, потому что она скорострельная. Как так? Здесь патрон 20. Не как в АВП. Ну вот, не забью. Дальше. Кто у нас тут есть? Просмотрим, кто у нас здесь вообще есть. Нет никого? Куда вы стреляете, ребята? Никого нету. Реально говорю, никого нет. Я смотрю, что там, вот никого нет. А, нет. Они шарыги вот там. Вот, смотрите, через стену убил, ребят. Затащил просто вообще. Ладно. Пофигу. Со мной сейчас уже закончится видео, само остановится, потому что я не знаю почему, я снимаю только по 10 минут. Так, давайте это оружие пока оставим, давайте только пистолет поменяем, давайте на наш пистолет. И вот это, давайте опять АК-47 вообще. Потому что АК-47 тоже очень круто выглядит. Я его показывал. Он отъедет. Кто не видел еще. Вот он. Ладно, побежали дальше. Так, идем сюда. Кто у нас тут? Гранатка. Давайте три гранатки. Нас не убашу, дали тут три гранатки. Больше не берется. Вот смотрите, я нажимаю и не берется. Так, убил. Ребят, реально. Вот он здесь. Стало дофига просто. На нашем сервере. Все люди, наверное, разошлись. Испугались. Ну бас. Ладно, само сейчас видео уже закончится. Уже осталось вот минута. И все. Ладно, давайте доиграем здесь, наверное. Не убил? Странно, я думаю, не убил. Так. И он тут? Нет уже. Так, ладно. Надо успеть их убить. Бомбу поставить еще не забудьте. Не забуду. То есть. На А поставили бомбу. Обязательно надо поставить. Так, ставили бомбу. Так. И все, всем спасибо за просмотр, с вами был я, если кто, кстати, подписывайтесь на мой канал Нубас, пишите мне комментарии, я на все комментарии отвечаю, и в общем, что же я могу сказать, и всем пока!